Здравствуйте! Сегодня у нас с вами третья часть сказочного кота. Мы будем делать хвост, вязать уши, пришивать глазки, носик, усики и ротик. Для этого нам понадобится для ушей, вот схема сделала ушей, нам надо набрать 9 воздушных петелек, цепочку из 9 воздушных петелек и провязать столбиком без накида. Приступаем к работе. Берем белого цвета нить, крючок и провязываем цепочку из 9 воздушных петель. Накидываем на указательный палец нить. Протягиваем между средним и безымянным. Большим пальцем придерживаем конец. Здесь у нас слабо, мы ее не прижимаем. Правой рукой мы держим крючок. Он смотрит на нас или вниз. Под нить подеваем крючок. Переворачиваем, перекручиваем. У нас образовалась такая петелька. Накидываем рабочую нить на крючок и протягиваем через петельку. Это вот воздушная петелька. Один. Накинули от себя на себя и протянули через петельку. Два. Три. Накинули от себя на себя. Подвинули. Когда мы протягиваем, крючок смотрит вниз. Четыре. Потому что если мы будем протягивать он, вот наверх, когда некоторые пытаются, то он не проденется. Обязательно он должен смотреть вниз. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9. 9 провязали. Вообще 8 и 1 петля для подъема. Во вторую петельку от крючка. Раз, два. Во вторую мы вставляем крючок. Захватываем рабочую нить. Вытянули. На крючке у нас образовалось 2 петли. Накинули рабочую нить от себя на себя и протянули через 2 петли. Следующая вот у нас петелька. Вставляем крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас образовывается 2 петли. Накинули от себя на себя и протянули через 2 петли. Это столбик без накида. Следующее. Вот у нас захватили крючком, вытянули. На крючке у нас образовалось 2 петли. Накинули от себя на себя и продели через 2 петли. И так провязываем весь ряд. Запуталась ниточка. Нам надо ушек провязать 2 штуки одинаковых. Перевернули. Это первый ряд. Второй ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь столбиков без накида. Делаем воздушную петлю для подъема и провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три. Четыре, пять,
6. Провязали 30 ряд, 1, 2, 3, 4, также 7 столбиков без накида. Делаем одну воздушную петлю для подъема и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали, перевернули. Сделали одну воздушную петлю и провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Сделали одну воздушную петлю, перевернули и провязываем 4. 1, 2, 3, 4. Перевернули. Сделали одну воздушную петлю и провязываем 3. 1, 2, 3. Перевернули и последний раз. 1, 2. Сейчас вот мы провязали, мы пополам складываем. И соединяем две стороны. Провязываем. Только не столбиком без знаки, а протяжкой. Здесь захватываем, здесь захватываем, протягиваем через две петли и продеваем через петлю. Так, так. Через две и через петлю. Так, таким образом мы спускаемся вниз. Вот одно ухо у нас готово. Точно такое же мы делаем второе ухо. Делаем одну воздушную петлю. Еще раз проденем, чтобы закрепить хорошо. Делаем одну воздушную петлю и отрезаем нить. Затягиваем. Вот одно ушко у нас готово. Вот я сделала два ушка. Их мы откладываем. Пришила я телу лапки. Дальше мы делаем хвост. Хвост мы также делаем, как и лапки. 6, но мы будем брать не 6, а 8. 8 или 10. Тогда будет хвостик вот такой вот. Кончик пушистый. И потом идет уменьшение. Значит, на указательный палец мы наматываем нить. Конец нити на нас смотрит. Обмотали. Делаем в кольцо амигуруми.
Правой рукой мы держим крючок, как пишем, как ручкой. Подеваем под нить, захватываем рабочую нить. У нас получилось вот такое колечко. Накидываем на крючок рабочую нить и протягиваем через петельку. Это раз. Далее мы вводим крючок в большую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас образовалось две петли. Накидываем на крючок от себя на себя рабочую нить и протягиваем через две петли. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы тянем за конец нити, затягиваем хорошо. Закрепляем вот петелькам, вставляем крючок, захватываем рабочую нить, протягиваем и протягиваем. И второй ряд мы должны провязать, но увеличение в каждую петлю по 2 раза. Если у нас первый ряд был 10, значит мы во втором ряду вяжем 20. В дугу предыдущего ряда вставляем крючок. Вот у нас дуга или галочки, как я говорю. Захватываем рабочую нить, вытягиваем через две петельки. У нас на крючке образовалось две петли. Накидываем рабочую нить на крючок от себя на себя и протягиваем через две петли. Это раз. И в эту же петлю, галочку, мы вставляем второй раз. Точно так же вытягиваем, накидываем и протягиваем. Следующая, вот у нас петелька. В дугу предыдущего ряда ставили крючок, захватили. У нас образовалось две петли. Накинули рабочую нить от себя на себя и протянули через две петли. Раз, и в эту же петельку мы вставляем крючок второй раз. Два. И так весь ряд. Вот я провязала второй ряд. Третий ряд мы ничего не увеличиваем и ничего не уменьшаем. Провязываем каждую петельку по одному. Получается, у нас получалось 20, значит, у нас следующие ряды тоже будут 20. Раз, следующая петля, два, следующая, три, и так до конца. Можно связать хвостик однотонный, можно связать двухцветный, можно полосатый, на ваше усмотрение. Вот я все пришила, такой интересный сказочный кот у меня получился. Высылайте свои работы. До новых встреч!